Так. Это вот так выглядит ваша щитовая на этаже. Ну все, обугленная. Это вход наверх. Ну, в общем, в доме никто не живет. Может, на первом этаже написано «живут люди». Это вот там вот напротив у вас. Это все, это вот так вот. Тут несколько квартир. Все послаживалось, но потолок целый. Потолок целый. Так. Иду сюда. А это вот. Это, ух ты. А это вот. Это вот два этажа сложилось. Седьмой проломил шестой и упал туда вот на пятый. Это вот. И на седьмом этаже осталось, ты видишь, диван стоит, два кресла, журнальный столик. То есть стены нет, но это все осталось. Ну там опасно. Да, это вот ваши соседи. Это ваши соседи. Так. Ну, вы видели, это так, чтобы вы не плакали. Это уже действительность, какая есть. Но потом выйдем, я сниму ваш дом снаружи, чтобы вы его видели. Все. Это такая штука прилетела. Где она? Опа. И вон он ваш. Покажем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон он. Ваш балкончик. А там выше. Восьмой, девятый этажи, то там нету его. Да. А это просто у вас тут часть такая беленькая. Чудом. Чудом. Ну а дальше весь дом такой. Там нет. Там нет. В общем, вы поняли. Еще ваш у вас балкончик. И все. Это подходим к вашему дому с обратной стороны. Это так выглядит ваш дом. Это деревья постриженные. Это дом вот так вот. Это ваш дом. Со стороны входа. Не знаю, насколько это видно, солнце светит. Это... это ваш вход. Это вот так ваши соседи выглядят. На первом этаже поселились, не видел? Да, видел. Животные.